psychological study from the National Institute of Mental Health. Быть верными коммунистическим идеалам, убежденно, с революционной настойчивостью, претворять в жизнь ленинский завет, учиться коммунизму, трудиться самоотверженно, по-коммунистически, всей жизнью своей, утверждать на земле дело Ленина, дело партии. Клянемся! The Soviet regime demanded absolute loyalty. Those who did not toe the party line were considered dissidents and labeled enemies of the state. With no more than a whisper to the secret police, they would vanish into one of these special psychiatric hospitals. Despite the risks, these so-called dissidents put their ideas of freedom into action. Я вел жизнь тайную, конспиративную. Никто не знал, что я это делаю. У меня была маленькая подпольная типография. И я стал делать листовки. While others considered themselves loyal Soviet citizens. Я, например, считал, то уверенно считал, что я один из лучших советских людей. Когда уже даже меня арестовали, и написали особо опасный государственный персонаж, я рассмеялся. Я при нем, при этом же самом нынешнем генерале, рассмеялся. Он меня вызывает психиатра на утро. According to Soviet psychiatrists, they all suffered from inflexibility of convictions, a symptom of a new disorder, sluggish schizophrenia. Вот когда добьешься, тогда я заем. Так до конца пей. Идите, я буду с ним. Ребята, не заставьте его. Давай пей, брат. Like their counterparts in other countries, the Soviet psychiatrists prescribed powerful drugs to cure their patients. Ну, они никогда их с удовольствием не принимали. И находят пути их не принимать. Мы обязаны просмотреть прием лекарства, потому что больные лекарства дошли до больного. Вот они где-то, уже, как говорится, в горле схватывают, все, ротовая полость чиста. И потом вот такие делают какие-то движения, отрыгивают. Врач на обходе говорит, как себя чувствуете, Петр Петрович? Я говорю, послушайте, вот там, когда 5 кубиков галоперидола, тогда, например, слюна до полу, там перекошенность вся, значит, одни мышцы растягиваются, другие сокращаются, совершенно ужасные позы, лицо все ужасное, на душе страшно просто. Я человека, вот самое главное, описать это состояние невозможно. Санитары совершенно безнаказанно могли избивать. По любому поводу. Или вообще без повода. Вот, например, санитар открывает дверь. И вдруг, тут ты оказался, например, в проеме двери. И вот этого достаточно было, чтобы, скажем, получить удар. Если больной, скажем, оказывал сопротивление при избиении, то его могли привязать и привязывали, и избивали, и продолжали избивать уже привязанного. Проходит, допустим, год, два, там, выписывают убийц, выписывают насильников. Михаил, ты бы лучше убил бы кого-нибудь, мне бы легче было тебя отсюда вытолкнуть. Это было, вот, рождало такое чувство безысходности. From 1967 to 1987, the Soviet government arrested over 2 million people, who for political reasons were diagnosed as mentally sick and were forced to undergo psychiatric treatment. Even today, psychiatry remains the coercive tool of choice for governments throughout the world. What we've learned is that in Gitmo or Guantanamo Bay, that we had teams of healthcare professionals called the biscuit teams, behavioral scientists, psychologists, working with the military to advise them on how far you could push a prisoner. There are abuses that have been documented around the world. We have healthcare professionals who have committed
potentially acts of treason within their medical ethics. And there's nobody supervising that. There's nobody making them stand accountable to their medical ethics. But psychiatrists have never reserved physical and mental torture exclusively for political prisoners. Throughout history, they have repackaged it and sold it to the public as therapy.